Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить второго Ведьмака. И пока я не прошло видео, на меня хотел накинуться утопец, вроде бы. Ну что ж, попробуем от него сейчас увернуться, как продолжим игру. Так, ну на карте, по крайней мере, его... Нет, все-таки бежит. Так, ну ты особой опасности нам никакой не представлял. Но все равно неприятно, когда за тобой гонится кто-то. Ну что же, теперь самое время, наверное, все-таки вернуться в лагерь. И попробовать выполнить следующие квесты. Так, контракт на гнильцов. Чтобы избавиться от чудовищ, нужно было сжечь все трупы в округе. Ну ладно, я думаю, по дороге мы их встретим. Так, старые счеты. Наверняка этот квест продолжится в следующей главе. Ладно, дойдем до лагеря, там посмотрим, что можно сделать дальше. И лучше немного подождем до рассвета. Не люблю я все-таки по ночам бегать по опасным районам. И у нас есть одно очко таланта. Позволяет наносить удары нескольким противникам. Затраты энергии на блок. Так, снижение урона. Скорость восстановления энергии в бою. 40%. Так, здоровье. Шанс критический. Шанс убить одним ударом. Так, репоста. Шанс убить одним ударом в контратаке 10%. Но я думаю, все-таки восстановление энергии в бою возьмем. Так как немного знаками все-таки пользуемся, и на блоке энергия тоже расходуется. Так, переступень пригодится. Красиво же рисуют, не устану об этом говорить. Ты вчера же ее тут видал. Кого он все ищет? Вот, кстати, да, немного вспомнил. Тут же эти пьяные солдаты разыскивают какого-то Одрина. Можно, кстати, его поискать. Я вас всех могу купить. И мы не были вот в данной части лагеря, точнее, за воротами, которые находятся перед нами. Потому как в других местах данный Одрин не встречался, я думаю, все-таки стоит поискать его здесь. Так, стража стоит. Посмотрим, что внизу. Какое-то тело валяется. Ну вот и Одрин. Алкашня несчастная. Одрин. Вставай, твои дружки беспокоятся. Что? Где я? Что я тут делал, а? Все такое странное? Это ты, Одрин? Одрин, а как же? Она вообще манда, а не девка, понял? Я тут к ней и так, и эдак, и по-доброму ей говорю. А она на меня с амбицией. Послушай, Одрин, что я тебе скажу. Ты пьяный в хлам. Постарайся стоять прямо и молчи, иначе стража не пустит тебя в лагерь. Ну, я и тоже верю. Квадрат, срадрат. Какой квадрат?
Какая тебе рыбка? Не трахаться хочется, а она мне про рыбок? Про рыбок потом поговорим. А сейчас мы возвращаемся к твоим ребятам. Они без тебя соскучились. Мои друзья? Ульф? Ульф, дорогой! Куда он делся? Ульф! Ульф! Успокойся и постарайся не наблевать на стражников. Блин, не надо было бы мне это задание выполнять для квеста «Теория заговора» бы. Подальше в пещеру закинул. Монстр-алкоголик. Но доверие солдат нам надо. Так что попробуем дотащить данную тушку до его друзей. Интересно, надо к охраннику подойти, когда он молчит? Стоять! Ты что за хлам тащишь? Это рядовой Одрин. Ему плохо, он болен. Выглядит он так, будто спал в бочке с первачом, а смердит от него, как из жопы краснолюда. Ах ты хер, ты ломаный! От меня? Из жопы краснолюда? Ты сейчас... Одрин, заткнись. Жопа краснолюда. Ну, выберем, что это пленник. Этот солдат пил не по собственной воле. Конечно. Выглядит так, как будто он долго сопротивлялся. Мне надо было его допросить. Испоить до изумления? У меня свои методы. Ты знаешь что-нибудь, что развязывает язык лучше самогона? Ну ладно, проходите. Спрячь его где-нибудь. И покуда не протрезвеет, чтоб офицерам на глаза не попадался. В ближайший, так, сундучок его. Вернулся! С победой! Заткнись, Одрин. Надо найти твоих товарищей. Я тут лягу, а ты поищи. Да сейчас. Размечтался. Одрин, вставай и не выпендривайся. Ну что, а? Ты кто? Он первого друга я вижу. Это надо мной это... Ну пролетело. Не. Это бобырь, упырь, тупырь, топырь. Именно он, Одрин. Так, а куда он делся? Не должен разве за нами идти? Так, второй твой дружок. Где ты был, брат? Растаканчик, два стаканчик. Так, а второй вот совсем рядом. Так, теперь надо довести его до столовой. Вот ты засранец. О, белочка. Одрин, вставай и не выпендривайся. Иду туда, куда иду. Не иду. А чё его друзья не могут теперь довести до столовки? Трое идиотов. Командир, проведи, убит, тревогу.
Брат, будем бой. Чего на нас так все косятся? Он больно. Не обращайте внимания. Пиво! Я плачу. Вы видали, чтоб ведьмаки аренами сорили? Я вас спрашиваю. Я? Никогда. Все зависит от компании. Слыхали худозвоны? А ну руки прочь от него! Это мой лучший друг! За пивом и разговор интересней. А это ты красиво сказал. Так, чё мы... говорить-то будем? Я приехал из Темерии. Бывал я там когда-то. Отличный край! И сиськи у баб вот такущи! В Темерии боятся, что Хенсельд воспользуется смутой и ударит с запада. Правильно боятся. Хенсельд разобьет всех соседей, да он ежа может голый ж... Я слышал, что люди боятся его все больше и больше. Люди боятся королей, а муравьи медведей. Что, нет? Так, и что же бы вам ответить? Муравьи маленькие. Попробуем так. Они не знают, что если объединить муравейники, любого медведя можно выгнать. Вот это точно! Да здравствуют муравьи! Ты кто? Я люблю знать, с кем пью. Друзьями! Ты с нами не случайно пришел. Я не люблю Хенсельта, и мне интересно, что вы о нем думаете. Когда-то я бы за него бы башку дал себе отрубить. Когда-то? Если б не Хенсельд, меня бы вообще не было. Ну не было бы. Он моего отца в бою спас. Старик мой глаз потерял и правую руку. Зато яйца при нем остались. Сейчас бы он так не сделал. Солдат-то его уж не волнует. Забыл он нас, неблагодарный. Неудивительно, что его, сука, убрать хотят. Че, нет? Одрин, заткнись. Геральт мне как брат. Я тебе никаких дай. Кто это? Жадина. Мразь. И жестокий, ах. Очень. Убивает ради удовольствия. У него, сука, магический нагрудник. Так он и ходит с ним весь из себя такой, ну, крутой. До сих пор думал, что ему все дозволено. Но Детмальд его за яйца взял, так он и убег. Да, жалко остальных ребят. Ежели Траут попадется, сразу же всех заложит. Тут-то и полетят головы. Люди собрались, заговор, значит, затеяли. Меня тоже звали, но я был очень занят. И потом не доверяю я этому, как его, Траут. Остальные монетчики четкие ребята, но Линсон, Траут, это сука последняя. А где их можно найти? Как это где? В борделе где-то. Спроси всю свистушку. Мне девка не нужна. Ты скажи ей осторожно, что хочешь, чтобы ее улыбка открыла для тебя врата рая. Не ошибись, иначе не пролетишь. Ага. И дай ей вот еще что. Пиво на нее не купишь, так такой гром мне эта железяка. Зоська тебя проводит к монетчикам. Ну что же, спасибо за информацию, хотя, в принципе, уже часть мы ее слышали. Вот, спасенного солдата. Но
Можно считать, что это подтверждение. Так, ну... По теории заговора квесту продвинемся немного позже. Пока, думаю, сначала сходим на место казни Сабрины Глиссивик. Ну, как раз немного продолжим квест «Проклятие крови». Вчера же я тут видал. Странная эта штука жизни. Сколько лет пили мильцов, а теперь стоим с черными одним маленьким. Это политика. Так, интересно, этот спуск куда ведет? Ну ладно, в него тоже попозже немного заглянем. Сейчас мне надо как-нибудь на реку спустить. Теперь можем спокойно идти. Так, здесь не получается войти. Да. И маркер нам много левее показывает. А на горизонте оставшийся лагерь Хенсельта нам виднеется. Да, большая у него армия тут собрана. Так, солдат, а вы что тут делаете? Что ты тут делаешь? Я слышал, Зывик вас уже заждался. Вот сука! Если не явимся на поверку, он прикажет нас выпороть, это как пить дать. Поможешь нам отсюда выбраться, а? Вы же сами сюда забрались. Знали б, что тут столько утопцев, сидели б в палатке. В кругу-то мы в безопасности, а вот за круг выходить сыкутно. Вернемся вместе, только сперва я посмотрю, что тут такое. Топтать пепел – плохая примета. Так, и что же у нас тут можно изучить? Браслет ничего не выделил. Рассмотреть. Кому понадобилось приносить сюда все эти вещи? Ведьмин круг из грибочков. Да, какая-то маленькая дальность прорисовки травы. Да ладно. Кому понадобилось приносить сюда все эти вещи? Так, черные свечки мы посмотрели. Обожженное дерево. Опять ничего. Странная аура. Посмотрим поближе. Тяжеленный тесанный камень. Можно сказать, многократного использования. Свечи, амулеты, деньги. Люди приносят дары, как в святилище. Эти свечи смердят хуже, чем портянки Золтана. А так, ничего необычного. Квадратные монеты с рыбьей чешуей. Здесь собираются заговорщики. Посмотрим. Ощущение полной тишины. Для интерсекции это нормально. Обычно в местах силы возникает беспокойство, но они не опасны. Люди боятся подходить к колесу, и все свои подношения оставляют на безопасном расстоянии. Кроме одного человека, который носит обычные форменные сапоги Кейдвенской армии. Видно, я тут не единственный осквернитель святынь. Следы зверей. Собаки, волки, медведь, птицы. Все приходят сюда как к кормушке, но в сам круг заходить боятся. Все, кроме кошек. Кошачьи следы тут везде.
Кажется, кто-то даже вздремнул на возвышении. Трис как-то говорила, что коты любят спать на пересечении потоков. Кроме драконов, это единственные животные, способные черпать силу. Похоже, им тут очень нравится. К этому колесу была прибита Сабрина. Что-то уберегло колесо от пламени. Оно почти не обгорело. Свежие щепки и дырки. Кто-то недавно вырывал гвозди из колеса. На всякий случай возьму один. Если воссоздать обстоятельства казни, если король будет в этом участвовать, я смогу призвать дух Сабрины и заставлю его снять проклятие. Драугиры и мгла никуда не денутся, но хотя бы король будет в безопасности. Надо понять, что здесь произошло. Найти свидетелей казни, узнать, как погибла Сабрина. Тогда я смогу освободить Хенсельта от проклятия. У меня есть два следа. Культ Сабрины и таинственный похититель гвоздей, который может сопротивляться ауре этого места. Самое время расспросить солдат. Так интересно, а данные два солдата нам что-нибудь посмотрел, расскажут? Посмотрел, потрогал, может, хватит? Пора нам убираться отсюда. Вы зажгли свечи? Мы? А тебе что за дело? Судя по тому, что я видел, здесь небезопасно. Чудища в круг не заходят, боятся. Может быть. Но чтобы вернуться в лагерь, из круга придется выйти. Помоги нам дойти до лагеря. Так зачем вы сюда пришли? Понятно же, что в округе полно чудовищ. Мы хотели на круг поглядеть. Чуешь, как они смотрят? На нас глядят. А мы живыми отсюда не уйдем. Вот захотелось дуракам обряды проводить. Ты не веришь вдохновенному? Дело твое, конечно. Но попробовать-то не мешало. Старый дурень. Это из-за него мы влипли. Кто такой вдохновенный? С него все началось. Он говорит, что в этом кругу чудеса происходят. Я ему верю. И знаешь почему? Он живет глубоко в ущельях, но все эти гарпии его до сих пор не сожрали. Как вы прошли мимо утопцев? С нами был вдохновенный, он нас провел, а потом пошел своей дорогой. Вы видели, как сожгли чародейку? 3 года назад мы оба служили при Хенсельте, только у костра стояла 5-я рота, никого близко не пускала. Король ведь не хотел делать из этого потеху. А теперь кому-то до этого места и дела нет. А есть такие, что заходят в круг, ищут останки, все такое. Ты вроде них, да? Собираешь чародейские побрякушки? Как тот сраный говнюк, что торгует у корчмы. Ты меня с кем-то перепутал. Да? Тогда клади гвоздь обратно. Я оставлю его себе. Оставишь? А не слыхал, что люди говорят? Реликвии Фисштех для народа. Не нравится мне здесь. Я уж думал, ты тут ночевать собрался. Я знаю места получше. Пойдем. Вот паскудное место. Так, но перед дорогой назад, я думаю, все-таки лучше сохраниться. Подумать только, за эту землю уже сколько лет бьются. Да, сюда я шел, утопцев не было. Так, ну, с утопцами со всеми, наверное, разобрались. Если сейчас еще какая-то толпа не вылезет, заодно соберем все компоненты, которые из них выпали. Так, а в продолжении поисков, кто же все-таки знает
о казни Сабрины. Нас, наверное, ждет продавец реликвий. А он обитает как раз вот в столовой. Зараза! Если б не ты, сожрали б нас. Мы тебе жизнью обязаны. Кукаэ. Не ссы. Раз уж Сабрина нас от чудес защитила. Так, к преподобному мы сходим потом, потому как лагерь все-таки ближе. И я думаю, наверное, что-то сможет нам рассказать Зывик. Потому как 3 года назад при битве здесь он был. Как помнится, и служил он в бурые хоругви. Или хоругви. Ты вчера же ее тут видал. И Зывик как раз должен где-то ошиваться рядом с воротами. И как раз заберем у него награду за этих потерявшихся солдат. Чего надо, ведьмак? Солдаты, которых ты искал, застряли в круге Сабрины. От дубины стаеросовые. Обрядов им захотелось. Будут у меня колдовать над нужниками до отбоя. А тебе спасибо, что ты о них позаботился. Вот твоя награда. Где-то за лагерем живет чудак, которого называют вдохновенным. Ты его встречал? Солдаты к нему таскаются, а у меня не было случая повидаться. Но если увижу, он еще пожалеет, что моим ребятам голову заморочил. Ты видел казнь Сабрины? На место выслали только 5-ю роту. А жалко. Я бы с удовольствием поглядел, как она подыхает. С нее причиталось. Ух, что она сделала с ребятами. Я в жизни ужасов навидался, поверь мне. Брат мой погиб во время мятежа в Ринде. Ему чародей кровь в жилах вскипятил. Раз я видал солдата, который любился с мертвой эльфкой. Но 3 года тому назад там люди плавились, как оловянные фигурки, ведьмак. Такого не забудешь. Рядом с корчмой какой-то солдат торгует свечками, которые остались после казни Сабрины. Знаю, это из снабженцев. Сбивает моих парней с толку. Все вдруг поверили, что какая-то финтифлюшка защитит их в бою. Бараны! После того, что здесь случилось 3 года назад, в этом нет ничего странного. Они напуганы. Я тебе вот что скажу, ведьмак. В битве можно рассчитывать на щит и доспехи. На товарищей, если живы. И многие из этих ребят лягут под Вергеном. Даже если у них будут полные карманы священных цацок, по серебрянику за штуку. И я хочу, чтобы они боялись. Когда зазвенит сталь, они должны быть чуткими, мать их. Если они тупо попрут вперед, веруя в свои ржавые гвозди и пепел, шансов у них не будет. Я буду осторожен с огнем. Будь здоров. Ну что ж, я думаю, мы с ними разберемся. И? Но пока еще раз проверим, какие ингредиенты нам нужны для рецептов. Купим серебряную руду, если она у него продается. Так, алмазная пыль есть. Аметистовая пыль тоже есть, железная руда есть, но вот серебряной нет руды. Красно-метеоритная руда, нужен один еще. Но пока самый дешевый рецепт, самый дешевый меч. Дополнительный урон от знаков плюс 7. Ну, я ими не так часто и пользуюсь. Ну, в принципе, кроме серебряной руды у меня есть все. Так что стоит почаще забегать к данному торговцу и покупать любую серебряную руду, которая у него появится.
Так, а урон, кстати, немного различается. Вот из красной руды у него чуть поменьше. Так, как раз купим красную руду и немного серебряной руды. И? Я хочу играть. Да не играть, а покажи мне еще раз свои товары. Я тебе продам ненужное оружие, которое завалялось. Ну, хоть немного денег выручили с этого. Пойдем к продавцу реликвий. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. На месте казни Сабрины я обнаружил следы сапог. Не знаешь, кто там шляется? А мне почем знать? Ты же их нашел, не я. Но это у тебя сапоги черные от золы. Тише. Ладно, ладно. Что тебе надо? Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая же, как все магички. С виду молодая нимфоманка, а внутри старый труп. Хочешь о ней поболтать, иди к этому путанику, который свечки сжет. Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая... Ты веришь в то, что продаешь? Ты о реликвиях? Люди в них верят, вот и ладно. Люди верят во все, что дает надежду. На войне солдаты гадят под себя и блюют от страха еще до того, как выходят в бой. Если возможность поцеловать ржавый гвоздь придает им отваги, уже хорошо. Ты видел казнь Сабрины? Само собой, я в пятой роте служил. Такой был скандал, когда этот Яган проткнул ее копьем. Эх, мне бы сейчас то копье. Где теперь копье Ягана? Понятия не имею. А тебя это и вовсе не касается. И говорить об этом не хочу. Ты знаешь Ягана? В жизни о нем не слыхал. Откуда имя ты такое выдумал? Ты помнишь слова проклятия, которые Сабрина наложила на короля? Как запалили костер, она крикнула что-то королю, да так, что тот аж покраснел. Только я не расслышал. Может, сифилис ему напророчила. Страшная смерть. Будь здоров. Зелье могущества. Так, ну что-то насчет убийцы он темнит. Он сам служил в пятом отряде и должен знать был все-таки Ягода. Что у вас случилось? А вы чего тут спорите? Не мешайся! Сабрина уже при жизни была святой. Вы что, забыли, как она лечила раненых? А теперь она мертва и уже никому не поможет. А я верю вдохновенному. И горе тем, кто ему не верит. Горе тем, кто бред принимает за истинный свет, а старые трупы за святые жопы. О чем спор? Я купил реликвию, которая защитит меня от скотоельских стрел. А эти говорят, будто меня надули. Потому что это говно, а не реликвия. Покажите мне эту реликвию. Зачем это? Так случилось, что у меня есть похожий гвоздь. Только вот мой оплавленный и ржавый, а этот выглядит как новый. Ну и что с того? Я говорил, обул тебя торговец. Мне бы поговорить с этим вашим торговцем. Лучше поспеши, потому что если он меня обманул, я ему башку откручу. Бывайте. Так, ну, кажись, с торговцем мы уже пообщались, который продал поддельный гвоздь. Да, и если бы мы тогда все-таки солдатам отдали этот святой гвоздик, то не смогли бы сейчас помочь солдату, грубо говоря, не развеять, точнее, не помогли бы развеять сомнения. Так, ну а сейчас стоит
наведаться в гости к данному святоше, который живет один где-то в горах среди монстров. Вот ведь, сука, опять камень. Вдохновенному. Так же его называют солдаты. Ну и заодно по дороге посмотрим, где можно найти тела, которые нужны нам по контракту на гнильцов. Тут как раз отряд ведет битву с ними. А главное не забывать, что они взрываются. Почти зацепило. Так, ну вроде бы вы и сами справились. Приветствую. И с нами поговорить не хотите. Так, и вот, кстати, какие-то тела лежат. Бах. Ну все, теперь можно поджигать данные тела. Так, может здесь еще кто-то есть? Точнее, какой-нибудь тельце валяется. Жаль, что они на карте у нас не выделяются. Здесь пусто. И вот тут еще одно тело. Немножко поодаль лежит. Так, ну все, это тело сгорело. Привет тебе. Все, тут вроде бы все. Бежим тогда к вдохновенному. Так, с этой кучей монстров я не хочу сражаться. Все-таки они сильные для меня. Пока еще. Так, а там у нас что за строение? Проверим. Костер горит. Портрет Лето. Разыскивается живым или мертвым. Ну, мы посмотрим. Сами разберемся с ним. Или все-таки сдадим. Я думаю, будет хоть какой-то выбор. Так, ну, судя по указателю, мы пока движемся в верном направлении. И на всякий случай сохранимся. Помоги нам, Боида, так, ну, достань меч. Не, ну, друг тоже поджечь хорошо, но лучше меч. Тебе да, один за помощь, солдат ведьмак. Погиб все-таки. Не уследили. Если бы не ты, мы бы тоже тут остались. Мы шли к вдохновенному. Хотели ему денег на свечки отнести. Но лучше я сдохну, чем сделаю еще хоть полшага. Если ты к нему идешь, передай ему вот эти деньги. Или вовсе не передавай. Да передадим. Так, соберем немного реагентов. Так, и тут валяется одно тело. Есть ли еще здесь? Да, вот еще два.
Как-то они кучками по три штуки валяются, и квест еще не выполнился. Значит, где-то еще должна быть куча. Так, нам туда дальше, в горы. Наверное, все-таки в этом направлении. Да, какой-то дом я вижу. Сюда. Заходи за свечи. Заходи за свечи. Но сначала через эту толпу Давай гарпий скорее. Надо как-то пробраться. Сюда. Заходи за свечи. Так, бежим, бежим. Все? Преследовать меня не будете? Ну же, дайте мне сохраниться. Тут нам ничего не грозит. Я ждал их. Я знаю, что они шли ко мне с дарами. Я слышал крики. Видно, на них напали. Раз сюда не дошли, значит, их нет среди живых. Они живы, но испугались чудищ и вернулись в лагерь. Просили передать тебе деньги на свечи. Здесь только половина. За такие деньги я могу только фитиль скрутить. Скажи, что тебе здесь нужно? Я не верю, что ты здесь случайно. Ты прав. У меня есть масса вопросов. Только вот мало кто готов на них отвечать. Прежде всего, меня интересует история Сабрины Глевисик. Послушай, пока я не верну своих денег, я не буду с тобой ни о чем разговаривать. Бескорыстно я помогаю только своим последователям. Будь ты одним из них, был бы другой разговор. Ну, твоим последователем я не хочу становиться. Попробуем денег тебе дать. Крохобор несчастный. Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи? Совсем обалдел. Ты из золота свечи делаешь? Ладно, попробуем 200. Издеваешься? Вообще обалдел. Ладно, 300. Хорошо. Этого мне хватит. Так что тебя беспокоит? Ты наверняка многое знаешь об обстоятельствах смерти Сабрины Глевисик. Сабрина, мученица, покинула мир живых, чтобы заботиться обо всех нас. Ты слышал о проклятии, которое Сабрина наложила на короля? О проклятии? Конечно! Заслуженная кара! Белое слово, изреченное карминными устами. Король уготовил чародейке жестокую участь. Муку пламени и унижение. Прибитая к колесу, приговоренная, она испытала такую боль от огня, которую обычный человек никак вообразить не сумеет. Пламя охватило ее стан. Из груди ее раздались не стоны боли, но слова, пророчащие скорый конец короля Хенсельта. Пусть небосклон пронзит падающая звезда, отмечая смертельный путь кровавым хвостом. Пусть глупцов прельстит рыбья чешуя, заключенная в квадраты блестящего золота. Пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары. И таковы были ее страдания, что милосердный солдат сократил муки ее, пронзив копьем изболевшееся сердце ее. Откуда эти свечи? Чем отличается Сабрина от других магов, сожженных на кострах? Другие были сильны при жизни. Ее же сила расцвела, когда смерть протянула к ней свои руки. Она в милости своей окружила опекой солдата, который сократил ее страдания. Больше ему не приходилось бояться, выходя в ночь. Ты видел эти земли? Всюду полно страшил и чудовищ. Яган, милосердный солдат, ступал с того времени в блеске ее силы, и ни одно существо, порожденное тьмой, не могло подойти к нему хотя бы на шаг. У
меня есть еще вопросы. Ты кто? Кто мы, пускай решают наши потомки, глядя на дела наши. А ты кем был прежде? Какое это имеет значение? Грехи молодости пускай отойдут в бездну забвения. Загляни в пламя свечи, мечник. Почувствуй его, и ты услышишь, что оно говорит тебе. Не слышу. Видно, ты еще не готов. Но придет и твое время, и ты услышишь, поймешь. Поверь мне. Есть какой-нибудь шанс найти твое копье? Это было так давно, ведьмак. Если я правильно помню, после меня оно досталось другому солдату, мародеру. Он по сей день возле корчмы в лагере торгует реликвиями светлой госпожи. Я знаю, о ком ты говоришь. Прощай. Ладно, а он нам не признался, что копье у него. И сказал, что это не наше дело вообще. Ну ладно. В доме у нашего вдохновенного тоже, в принципе, ничего интересного нет. Больше. Думаю, стоит навестить нашего торговца реликвиями. Ну, дождемся рассвета, может и дождь пройдет, посветлее станет. Да, так лучше. Интересно, что у нас на берегу здесь? Сундук. Ничего интересного больше. Сплошной хлам, который, в принципе, не нужен. Здесь заканчивается берег. Ну все, можно идти в лагерь. Да, как-то горы не так впечатляют, как леса. А гарпии никуда не делись. Попробуем их убить. Все, больше никто не появится. Ну что ж, продолжаем путь к лагерю. Так, здесь прохода нет. И видны тела, которые мы поджигали. Нет, кстати... Надо будет поискать, где здесь еще валяются трупы, которые можно сжечь. Магия или опасность? Что, ведьмак, медальон вибрирует? Так, эндриаги. Ну, вроде бы эндриак всех убили. Да, уютненький лесочек здесь. Глава глаз. Нет. К тебе я не пойду. Ни за что. Так, да, и пока я сохраниться даже не могу. Так,
Пойдем дальше бродить в этих скальных трубках. И искать трупы. Для задания контракта на Накер. Фу, контракты на трупоедов. Гнильцов. Да, вспомнил этих гадов и вспомнил Накеров. Да вот и Накеры. Стоило вспомнить, как говорится. Так, а вот, кстати, и оставшиеся трупы, скорее всего. Но их охраняют. Нет, вы, пожалуйста, по одному. Все трое мне не нужны. Вторых ботов не остался, последний, это уже будет намного проще. Но я надеюсь, это последние трупы, от которых надо избавиться. Да, отлично. Теперь можно издать квест и поговорить с торговцем реликвий. Так, а кто у нас принимает выполненный контракт? Турниры! Дело для наста... Я по поводу заказа на гнильцов. Что с ними? Гниют, как положено. Хорошо. Они много хороших ребят порезали. Вот твоя награда. Огромное спасибо. За опыт и денежку. Так, на всякий случай подождем 24 часа, ну или 23. 24 все-таки еще немножко возьмем. И посмотрим, появилась ли серебряная руда у кузнеца. И? Так, ну немного появилось, отлично. А что нам надо еще? Крепкий серебряный меч. Еще 4 серебряные руды. Ну, надеюсь, хотя бы в следующий раз у него 4 появится. Все, идем к торговцу. Я думаю, теперь он должен признаться. Святые реликвии и всячески.
Я знаю, что у тебя есть копье, которым Яган пробил сердце Сабрины. Это он тебе сказал? Ха, вот тебе и раз. А я-то думал, что чудак все былые грехи позабыл. Мне нужно это копье. Тебе не повезло, ведьмак. Последний раз я видал его пару лет назад. Что с ним стало? Ты смотри, какое совпадение. Тебе нужны сведения, а мне деньги. Может, мы того сговоримся? Сколько? Мое знание станет твоим, когда твои арены станут моими. Давай полкошеля. Ну нет уж. Хрен тебе полкошелька. Расскажи о копье. А вообще, дела у меня идут ладно. Видишь ли, когда Яган спятил на почве Сабрины, я выкупил копье у трактирщика. Баран запил и заложил его на постоялом дворе. Яган уже тогда ошивался где-то в холмах, куда и заходить-то страшно. Иные его сейчас вдохновенным зовут, а по мне так он просто спятил. Я понятия не имею, почему бестия его не трогают. Только вот один рыбак, у которого я провиант беру, говорил, что некоторые чудища терпеть не могут запаха рыбьего жира, а Яган делает из него свечки. Что ты сделал с копьем? Стыдно признаться, но я проиграл его в кости. А жаль, потому что сегодня получил бы за него неплохую сумму. Копье у меня выиграл солдат, который потом дрался в лесах долины Понтера с белками. Он мне говорил, что пробил этим копьем какого-то скотоельского заправилу. Говорит, мол, древко треснуло, как на гребаном турнире. А интереснее всего то, что этот заправило все еще жив. Я слыхал, что он теперь среди этой айдирнской швали крутится. Тоже мне великий полководец. Эти ельфы — сентиментальный народец. Кто знает, может, наконечники сейчас у него? Йорет. Ты о нем знаешь? И тебе расскажу. За 100 аренов. Ха! Что у тебя интересного? Пепел костра, на... Всё! Может, у тебя продается серебряная руда? А нет. Одну фигню продаешь. Я думаю, теперь стоит немного поговорить с Детмультом о том, что мы узнали о заговоре против короля Хенсельта. И надеюсь, что он нам поможет в этом деле. Хоть и не людьми, но хотя бы каким-то советом. Вещичку какую-нибудь можно дать. Сейчас узнаем. Ты поговорил с королем? Он особенно обрадовался тому, что его можно отсечь от проклятия. Вот и хорошо. Мне понадобится медальон жреца Креста, а я слышал, что он у короля. Он ничего тебе не даст, пока ты не освободишь его от проклятия. И его можно понять. У тебя большие шансы не вернуться после встречи с Драугирами. Ох, Детмальд, скажи сразу. Вы просто боитесь, что я брошу вас тут со всем этим бардаком. Я-то как раз не боюсь. Я знаю, зачем ты здесь. А что до короля? Ты можешь обругать его, обозвать идиотом, если так хочется. Но просить не советую. Я знаю, где собираются заговорщики. Я в тебе не ошибся. Тебе этого достаточно? Настоящего мужчину видно не потому, как он начинает, а потому, как он кончает. Что еще мне надо сделать? Я дам тебе 4 моих людей. Они останутся в резерве на всякий случай, если что-то пойдет не так. И они не появятся, пока ты сам их не позовешь. Приведи мне одного из этих ублюдков. Уж я расспрошу его, кто за этим стоит. Женщина эта гомункулус. Ну вот какая-то поддержка у нас все-таки будет. И это отлично. Винсент Траут. Это имя тебе что-то говорит? Предатель. Он покалечил моих людей. Одного убил, 2 еще не вышли из лазарета. Не знаешь часом, где он скрывается? У меня к нему есть несколько тем для разговора. В пыточные уже орудия стынут, а этот подлец куда-то подевался. Я подозреваю, что у него доспехи Зельдкерка, один из символов войны.
Где искать Траута, я даже не представляю. Следствие завязано. И, похоже, мне придется применять более радикальные методы розыска. Погоди пока. Если он сбежал... Бежать здесь некуда. Переправу держат мои люди, а с призраками наш отважный Винсент, скорее всего, не справится. Он где-то рядом. Ты узнал что-нибудь о проклятии? По ту сторону мглы тоже есть чародей. Он пробует осмотреть поле битвы. Скорее даже чародейка. С чего ты взял? По плодам заклинаний их узнаете их. Особенности заклинания связаны со строением мозга. У женщины в голове все немножко набекрень. Это может быть Трис? Нет, ведьмак. Это кто-то гораздо более могущественный. Думаю, я нашел способ освободить короля от проклятия. Тогда за дело. Нам необходимо копье, которым солдат ударил Сабрину. Проблема в том, что оно теперь у Йорвита, командира Скайтаэли. Я знаю, кто такой Йорвит. Ты уверен, что это то самое копье? Ага. И последний раз я видел его во Флотзаме. Йорвит в Вергене, ведьмак. Он и большинство окрестных белок. Они присоединились к восстанию этой холопки. Йорвит в крестьянском восстании? Странно. Есть только один способ во всем разобраться. Ты должен пройти через призрачную мглу. А что с остальными артефактами? Их ты тоже знаешь? В Вергене есть еще два артефакта. Меч Домоправителя и Знамя Бурой Хоругви. Могущественный представитель мира магии, вроде тебя, наверняка многое знает о дикой охоте. Мне нет дела до мужицких баек о трупах, летающих на костлявых лошадях. Дикая охота — это не байка. Мне нужна волшебная пыль, чтобы начертить руны. А знаешь ли ты, что для создания волшебной пыли нужна истолченная смола мирры? Знаю. И ты, наверное, знаешь, сколько она стоит. Скажи Хенсельту, чтобы он тебе заплатил. В конце концов, это для него я буду проводить экзорцизм, снимать проклятия и отводить чары. Так бы сразу и сказал. Получи, сколько нужно. Благодарю от имени короля. У меня есть еще кое-что, что может тебе пригодиться. Да? Ты спрашивал про охранные руны. Возьми этот гримуар. Здесь есть все, даже знаки от воров. Я оставил в тексте некоторые пометки. Спасибо. Я должен пройти через мглу, иначе заклятие не снимешь. Я дам тебе белый флаг. Ты будешь нашим послом. Поскольку эта девка помешана на чести, она примет тебя, накормит, а если немного повезет, может, ты ее и трахнуть сумеешь. Ты болен, Детмальд. Говорят, она совсем не дурна. Или деревенские бабенки не по тебе. Не твое дело. На случай, если эльфы не разбираются в посольских знаках, наденет доспех. Его королевское величество дарует его тебе с благословением. Королевская забота о человеке, от которого зависит королевская жизнь, поистине безгранична. Вот мое последнее творение. Оно укажет тебе дорогу во мгле и даст кое-какую защиту от призраков. Спасибо. Будь здоров. Ну что же, много полезного и интересного мы узнали из-за разговора с Детмольтом. Так, и у нас новый уровень. Распределим. Два таланта даже. Так, ну, наверное, снижение урона будет очень даже хорошо. Снижение урона плюс 15. Либо увеличение урона. Здоровье плюс 25. Эх, прям хочется взять все. Так, ну возьмем все-таки увеличение урона. Да, пока я думаю.
этого достаточно. Ну, а на сегодня закончим прохождением. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.